Всем доброго времени суток. Сегодня я с вами хочу поделиться очередным своим заказиком. На этот раз у меня заказ из Beauty Home. Как-то я предыдущие заказы не снимала, я писала только отзывы. Девчонки, на самом деле очень выгодно, мне нравится. Но там я заказ делаю большой и делаю редко, потому что объем большой и мне хватает надолго. В общем, я заказывала через ДЭК, у меня отдельно накладная. Отдельно сама посылка. Вы сейчас, когда услышите цены, я вам их покажу, вы мне не поверите. Я наткнулась чисто случайно на этот сайт Beauty Home. Вот, я вам могу его рекомендовать, потому что все товары, мы сейчас, конечно, с вами проверим, но до этого я делала 3 или 4 заказа за 2,5 года. Ну, потому что действительно мне этого хватает. Вот, и средства все приходили мне с хорошими сроками. Итак, здесь у нас тоже вкладыш. Вкладыш с ценами. Вот, можете посмотреть. Да, брови, карандаш. 49 рублей, 69, 59. Видите, цены какие? Вы сейчас поймете. Всю прелесть. Так, ну и давайте смотреть. Первое, что я заказала, это вот такая масочка Green Tea. Смотрите, тканевая маска с экстрактом зеленого чая. Ну, самая обычная маска, которая тонизирует, успокаивает раздраженную кожу и успокаивает воспаление. Все, долго не будем останавливать. Поехали дальше. Cucumber. Маска с огурцом. Я думаю, все прекрасно знают, какие свойства огурца, да? Вот, смотрите, 25 мл здесь. Интенсивно освежает, тонизирует, выравнивает цвет лица, смягчает, поддерживает нормальный гидробаланс, улучшает общий вид кожи. Срок вот до 12.01.23, девочки. Угу. Так. Заказала на пробу. Ух ты, даже в коробочке положили. Несколько упаковок салфеток. Сейчас мы с вами посмотрим. Девочки, они все разные. Цена была на них приемлемая. Я решила, пусть будет. Так, вот они, видите как. Makeup cleaning. Угу. Смотрите, как все оформлено. Made in Korea, что немаловажно, да? Вот такое оформление. Значит, здесь у нас нарисован алоэ. Здесь 60 штук. Смотрите. Очищающие салфетки от макияжа с алоэ вера. Вот, это вот единственный стикер на русском языке. Посмотрите. Вот так выглядит. Раз. Это с лимончиком и витамином Е. Тоже стикер на русском у нас. Очищающий от макияжа с витамином С и Е. Они все по 60 штук. Их там вагон просто всяких разных. Еще с огурцом. Девчонки, и все. Made in Korea. Так. И это у нас... А это с чем? А это, по-моему, зеленым чаем. Green tea, да. Угу. Зеленым чаем, да, вот. Вот сюда мы отправили. Очень достойное оформление. Все made in Korea. Это вам не просто там, да, фикс прайс, как обычно. Я покупаю, вам показываю. Так, ну и поехали дальше. По порядку, как я буду все доставать. Так, что-то у нас тут цвет какой-то непонятный. Это Catrice Camouflage Primer Invisible Lines. Праймер для глаз, девочки. Шелковистый увлажняющий праймер для кожи под глазами. Заполняет мелкие морщинки. Применение. Нанести на кожу под глазами. Сверху нанести консилер. Состав. Тра-та-та. Срок до 05.2023. Фокус. Вот такой вот он. Раз. Поехали дальше. Perfect Fill Brow Maker. Это у нас карандаш должен быть для бровей, по идее, да? Хани, мед. Так, что это у нас? Маркер для бровей. Создает эффект однодневного татуажа. А, я поняла, это такой. В общем, сейчас 0,5 хани. Сейчас мы с вами открываем. Это который как бы как волоски рисуют. Сейчас посмотрим, что за цвет. Ну, по идее, он как бы там-то был коричневый. Медовый-то мне не нужен. Так, не надрезалось. Так, сейчас. Секунду. Так, Велизяй. Мой мед.
Так, смотрите, здесь еще одна упаковка. Абсолют Нью-Йорк. Так она выглядит. Perfect Fill Brow Maker. Так, где у нас тут перфорация? Угу. Ну, ёпарис это. Все надрывается не так, как надо. Еще к рукам при этом прилипает. Так, сейчас мы его все-таки откроем. Не люблю я вот такую вот упаковку. Ну, ну почему она по перфорации не открывается, как должна? Ну, ёшкин кот. Так, мне еще к рукам эта штука прилипла. Девчонки, вы также открываете? Или только у меня ручки-крючки? Вот видите, он еще прилипает к руке у меня. Давай уже, слезай, пожалуйста. Он рвется весь. По перфорации до конца вниз не проходит. Все, я его победила. Открываем и смотрим. Что за зверь? Вот. Видите? Давайте попробуем. Ой, блин. Это не мой цвет. Вот, тоненько волоски нарисует. Рисует действительно неплохо, но цвет не мой. Ну, сейчас, может быть, потемнеет. Давайте посмотрим. Ничем не пахнет. Цена у него вообще шикардосная была. И он темнее намного, кстати говоря, там был на картинке. Ну, если что, я знаю, кому подарить. Так, поехали дальше. Здесь у нас что-то в пакетике лежит. Пакетик нам не нужен. Это тоже Catrice. Anti-Red. А, это зеленый консилер. Да, консилер с кисточкой. Anti-Red консилер. Против покраснений. До 18 часов. Годен до мая 22 года. Фокус. Вот. Так, давайте мы сейчас тоже его откроем и посмотрим. Вот. 0,30 грин. Вы знаете, я заказывала. Я вам сейчас пока открываю. Я вам сейчас притащу, покажу. Такой бомбовский консилер. Мне так нравится. 20 и 30 оттенок я себе заказывала. Девчонки, что-то 49 рублей, что ли. Сейчас. Сейчас еще покажу. Заказывала год назад я. Так. Вот такой вот тоже. HD Liquid Coverage. Это у нас консилер от Catrice. Видите, у меня тут уже он затертый. 0,30. И у него срок заканчивается в мае 21-го. Заказывала я его, блин, или 2 года назад я его заказывала. Короче, он классный. Даже сильные-сильные покраснения какие-то. Ну, немножко подзагустело мне. Он перекрывает. У него такая вот длинная кисточка. Вот смотрите, я по венке прям рисую. Видите? Сейчас. Секунду. Вот. Ну, он прям крутой. Он очень классный. У меня такой немножечко оливковый цвет лица. И мне вот он подходит. И он очень комфортный. Я себе 30-й оставила, а подружке тогда заказала 20-й. Она, у нее светлая кожа. И вообще классно. Ну, я очень довольна. На руке он мне не подходит, а вот под цвет кожи лица просто бомба. Видите, он потемнел немножко, но это не мое. Кому-то я, как будто йодом, да, помазала? Мне не подходит. Так, вот этот вот, если где-то увидите, вот такой вот Catrice, попробуйте обязательно. Или, может быть, на Beauty Home. Зайдете в распродажу там, да, посмотрите. За 49 рублей. Да, блин, он под 200 рублей стоит на Wildberries и в других остальных местах. Так что имейте в виду, это вообще бомбовская вещь. Я, кстати, как-то в Инстаграм у себя писала, что он классный. Так. Открыла я этого товарища. Где он тут? А, вот он. Вот так выкручиваем. Так.
Тинь-тинь-тинь-тинь. Нет, не докрутила еще, да? Там закручиваешься, дружок. Что-то пока нет. В общем, с такими ценами вы себе можете всякого разного косметоса заказать. Вагон. Очень-очень бюджетно. Единственное, на что вы там... Что-то пока ничего не выходит. Единственное, на что вы там потом, ну, разоритесь, там, на доставку, да, с ДЭК, сколько он там, 300-350 рублей, ну, примерно так. Что-то я кручу, а у меня ничего не выходит. У меня от какой-то фирмы была, был такой этот, не, девчонки, смотрите, ничего нет. И там, а, вот только чуть-чуть зелененькое появляется, вот, видите, вот, пошло, наконец. Консилер у меня какой-то был. Вот он, видите, какой такой. Светло-светло-зеленый. Достаточно плотный. Прям очень плотный. Покраснение, я думаю, будет ну раз замазывать. Так. Катрис в этом плане мне нравится. Так, это у нас Эвлевет Лип. Угу. Оттенок Mull It Over. Да. Так, жидкая помада превосходно наносится, создает тонкое равномерное покрытие, абсолютно не сушит губы и так далее. Ну, давайте посмотрим. Соединенные Штаты Америки, годен до 03.2021. Вот первый раз такой короткий срок я вижу. Так. Там, кстати, бывают, у них продаются, у них есть распродажи, есть новинки, там вкладки разные. Ну, не могу и при меня вот это... Напрягает. А, и есть уцененные товары. Уцененные товары — это где битая крышечка, там еще что-то, еще что-то. Уценку я не заказываю, а распродажу почему бы нет. Ну, вот первый раз, девчонки, честное слово, вот срок до марта 2021 года. Ой, какой. Пахнет конфетками. Термоядерный малиновый такой цвет. Сейчас посмотрим. Ой, да-да-да. Блин, это маме надо моей. Будь здоров, котик. Она матовая. Такая полуматовая. У меня от какой-то фирмы была точно такая же помада. Не помню, от какой. Аромат приятный. Она, знаете, она муссовая. Она как мусс. Ну, вот по ней видно, смотрите. Ну, сейчас посмотрим, как она застынет. Вот. Velvet Lip. Угу. Ну, до марта, конечно, я ее не измажу. Ну, посмотрим. Если мама заберет, она ее измазюкает быстрее. Так, следующее. Девчонки, тоже Катрис. Это, по-моему, камуфляж. Да, камуфляж. Он у меня уже был. Только не помню, в каком оттенке. Здесь я взяла 0,32. Нюд беж. Обалденный. Консилер жидкий. Высокопигментированный и стойкий. Так, он уже вскрыт был, кстати говоря, по-моему, да? Ну, хотя нет, щеточка нормальная. Так, вот он. Вот такой. Наполненность хорошая у него. Ну, вот такой цвет. Немножко темноватый. Он к загару все-таки. Камуфляж. Так, срок до 05.2023 вот. Вскрытый, он хранится 6 месяцев. Идет отсчет с сегодняшнего дня, а? Сейчас потом вскрываю, тут все. Так, нос зачесался. Следующее, давайте посмотрим, что у нас тут. Упаковывают они, кстати, тоже очень хорошо. Молодцы. Здесь вот у нас, смотрите, карандашики. Значит, первое, это Absolute Design and Define. Waterproof. Black Noir. Угу. Это у нас, по-моему, подводка, что ли, должна быть какая-то, да? Если вам нужна ультратонкая четкость линий, драматичность образа, то подчеркните и раскройте красоту ваших глаз с помощью ультратонких подводок для глаз. Ровные стойкие линии. Вот. Сейчас посмотрим, насколько она ультра черная.
Ультратонкая. Так. Упаковочка, конечно, прям да. Угу. Я люблю тонкие кисти и люблю именно кисточками. А здесь у нас, видите, такой вот он. Кончик. Ну, сейчас посмотрим. А, он действительно тоненькая. Кстати, это видите, вот катрис тут. Тоненькая, да. Ничем не пахнет. Ну, посмотрим. Я такие не очень люблю, но я решила рискнуть, потому что цена у меня была нормальная. Я очень люблю тоненькие кисточки, прям которые кисточки-кисточки. Так, следующее. Это Essence. От Essence я люблю далеко не все карандаши. Так, это у нас Sapphire 02. Карандаш для глаз. Smoky Crystal Ultra. Так, здесь у нас срок годности до ноября 2022 года. Вот. Сейчас я вам покажу. Он выкручивающийся. Ой, какой красивый цвет. Так, давайте его сюда. Он с мелким-мелким шиммером. Ну, смотрите, как он приливается. Видите? От бутылочного до синего, до хаки, до черного, местами дымчатого. Девчонки, карандаш классный. Вот видно, да? Видите? Классненький. Так, а помада что у нас тут? Помада пока еще отпечатывается. Карандаш класс. Мне нравится цвет. Такой же, как вот у упаковочки футлярчика. Так, это у нас, по-моему, должен был быть для губ. Грей 05. Нет. А, да, контур для губ. Точилка в комплекте. Не поняла, где точилка? Так он выкручивающийся. Какая точилка? Что за прикол? Это Essence. Так, срок годности 05.22. Вот. Смотрим с вами цвет. Угу. Лиловый. Он почему-то темнее, чем на самом деле. Ну, такой вот как цвет. Темно-лиловый. Если с нежно-розовой помадой, то будет классно, как контур губ. Потому что так, конечно, темновато в самостоятельном исполнении. Вот такой вот он примерно, да, и есть. Вот. Угу. Нормально. Согласна. Так, это у нас Pure Metal Veil. Абсолют тоже. Металлический пигмент для глаз. Отличная стойкость, сохраняет... Первозданную стойкость, не скатывается в складочки, обеспечивает равномерное покрытие. Так, сейчас мы с вами посмотрим. Абсолют я до этого, кстати, не заказывала ни разу вообще. В основном Essence, Catrice, потом Sleek и NYX, по-моему. Да. Так, сейчас, девчонки, я сниму эту кожуру отсюда. Так. Вот он. Такой маленький флакончик. Здесь у нас сколько объем? 1.5 миллилитра. Цвет тоже должен быть такой а-ля изумруд. Сейчас посмотрим. Так. Давайте посмотрим вот здесь. Как... Такие, знаете, не гелевые, а как кремовые тени. Очень красивый цвет. Мне нравится. Вот, смотрите. Он немножечко, видите, плешивит там. Такой же, как вот в пузырьке. Симпатяшный. Так. Еще по акции я заказала, видите, мне в пакетике где-то положили. Бальзам для губ. Я заказала себе и в подарок. Вот такие вот малинки. Smoothing Glows. Вот. Прелесть такая. В сумочку положил, в карман, там, не знаю, в машину, куда угодно. Так, срок до 05.23. Вот. Это Essence, блеск для губ. Прозрачный блеск с фруктовым ароматом.
Нанести на губы. Открытый в течение 12 месяцев. Ну-ка, давайте откроем. Мой тогда открою флакончик. Вот так вот он, скошенный. Такого цвета. Так. Сейчас вот сюда. Давайте так, чик. Угу. Ой, какой аромат приятный. Такой, знаете, фруктово-конфетный. Очень приятный аромат. Так, открытый я положу вот сюда. Эти вот так немножечко под наклон, я буду знать, какой я открыла. Сейчас пачку надо теперь вытереть. Такой, знаете, достаточно жирненький он. Нежненький цвет. Жирненький. И пахнет прям сладюшками. Так. Есть у нас еще одна вот такая коробочка. Это для бровей. Супер слим. Так, Brow Pencil, крайон, угу. Ультрастойкий карандаш для бровей, естественно, заполнит волосками ваши брови и так далее и тому подобное. Так, это у нас кто? Фирма какая? А, тоже Абсолют, видите, буковка А с короной, Абсолют. Ну, давайте посмотрим на него. А срок я вам не сказала, да? Срок, смотрите на упаковке. Соединенные Штаты Америки. Сейчас посмотрим. Угу. Ну, такой вот карандашик. Так. Да, действительно, смотрите, какой тоненький. Прям тонюсенький-тонюсенький карандашик. Так, вот здесь сейчас порисуем. Ой. Да, он прям волосочки будет рисовать. Тонюсенький, тонюсенький. Черный. И здесь должна быть мини-кисточка. Ой, какая малышка. Но она жесткая какая-то очень прям. Не знаю, что она там растушевывать будет. Она очень жесткая. Видите? Нет, кисточка мне не нравится. Она прям царапает кожу, она неприятная. Ну-ка, по бровям. Ну, по бровям ничего. Но она слишком жесткая. Как щетка для обуви какая-то. Не, не нравится. Не нравится мне такое. Так. Карандаш. Нормальный, щетка плохая. Следующее. Смотрите, 100-500 пакетов. А, здесь лаки, точно. 2 плюс-минус похожих оттенка я заказала. Оба Catrice. 82%. А, вот этот вот. Он, знаете, чего? Он вроде как а-ля лечебный. Сейчас, подождите, я вам скажу. Лак для ногтей Iron Stretch. В составе укрепляющие минералы, цинк, магний, кремний, железо, медь. Применение нанести на ногти. А, ну и все, да? И больше ничего не написано. Короче, он укрепляет ногти, вот этот вот. И вот такого, видите, цвета. Хамелеончик. Бот. 82%. Так, срок у нас 06.22. Так, такой. А вот это просто галактическое сияние. Вот такой вот цвет. Он, кстати, чем-то похож на карандашик и на тенюшечки. Видите, меня потянуло в одной гамме. Вот, да? Плюс-минус. Можно будет подбирать образ. Здесь у нас срок 08.22. Ла Галактика. Все. Больше ничего. 08. Следую за зодиаком. Follow the zodiacs. Вот такой. Ну, нормальный цвет. Мне нравится. Ну, что-то захотелось мне такого. Так, и, наверное, последняя. Да, последняя, девочки. Это палетка. Вот такая вот матовая палетка от Catrice. Matte Collection и Shadow. Так, сейчас смотрим. До 08.23 срок. Здесь у нас подсказка, как, чем пользоваться. 0.10. Must have. Вот. И вот такие вот у нас оттенки. Угу. Light.
скульптор. И вот они. Ну, давайте парочку на выбор, например, возьмем. Вот коричневый. Ну, смотрите, как пигмент хорошо набирает. Давайте, наверное, вот такой светлый возьмем. И, наверное, вот такой вот. Не знаю, надо вам всю палетку скотчить. Давайте вот. Раз, два. Ну, будет понятно и так по этим трем оттенкам. Смотрите, какая пигментация у темного цвета. И, в принципе, здесь у меня на пальцах осталось, да? И как перенеслось. Видно, что они матовые, бархатные. Я думаю, все оттенки будут такие хорошие. Давно хотела матовую палетку себе. Вот. Немножко что-то тут запачкалось. Ну, ничего страшного. Так, и ну давайте белый еще посмотрим. Угу. Беленький. Тоже, видите? Ну, пигментация неплохая. И они не сыпятся. Вот, смотрите. Я довольна, короче говоря. Так, заказ, девочки, все. Видите, заказ достаточно большой. Этих средств мне хватит надолго. Теперь давайте по ценам. Я вам сейчас все покажу. Расходная накладная. Так. И погнали. Итого. Итого, девочки, 1773 рубля. Это уже с доставкой. Всего 23 наименования у меня в заказе. Девочки, заказываю я там сама. Я никак не контачу с этим магазином, да? Так, значит, смотрите. Карандаш для бровей 49. Я сейчас пробегусь быстренько и вам потом вот так вот, ну, покажу накладную, чтобы вы глазками увидели, да, что действительно столько стоит. Страна происхождения у нас здесь почти везде Италия, Соединенные Штаты, Корея по салфеткам, Польша есть Германия. Поехали. Брови карандаш 49. Лак для ногтей Галактика 69. Влажные салфетки 59. Катрис. Так, влажные салфетки? Да, влажные салфетки. Кукумбер с огурцом 59. Катрис тени для век 9 в одном. Палетка, девочки, вот эта палетка 209 рублей. Карандаш для бровей Хани, который... Карандаш для бровей Хани 59. Консилер ликвид камуфляж 189 рублей. Это вот этот вот он, я считаю, нормальная цена. Праймер под глаза, самый первый мы с вами смотрели. Вот этот вот, он 129 рублей стоит. Так, влажные салфетки 59 рублей. Катрис консилер с кисточкой 126. Это вот этот вот, от подкраснений который. Вот он. Так, опять салфетки 59. Контур для глаз Смоки Кристал 119 рублей. Сапфир, это вот который изумрудно-зеленый, такой вот синий карандаш-то. Так. Опять салфетка 59. Жидкая матовая помада 69 рублей. А, ну смотрите, 69 рублей. Но не видите, собаки такие, да? Это вот у нас же она попалась до марта 21 года. Она в сроках как бы. Ну, 69 рублей, в принципе, фиг с ним. Как бы ничего страшного. Так, Essence, блеск для губ, малина. 3 штуки. По 59 рублей каждый. 177 рублей, девочки, я отдала за 3. Так, я помню, что у меня открыты вот эти. Да. Так, губы, контур для губ 69 рублей. Вот этот карандашик темненький, который. А, жидкий лайнер для глаз 49 рублей. Девочки, грех было не попробовать подводку за 49 рублей, у которой срок годности до когда? До 05.22. Да? Ну, грех не попробовать, согласитесь. Так, Катрис, это у нас Hardening Nail, укрепляющий, который Польша, 69 рублей. Абсолют, тени для век, 49 рублей с металлическим эффектом. Где они? Вот они. 49 рублей. Не знаю, в чем прикол, конечно. Внешние бренды называются. Это что такое? А, тканевая маска. 47 рублей. Это какая? С экстрактом огурца. Вот это. 47. Доплата за доставку нет. Скидка бонус интернет-магазин нет. Скидка бонус интернет-магазин нет. Вот. А вторая тканевая маска. Где она? На другой странице, что ли, у меня? Тин-тин-тин-тин. Мне же тут две бумажки дали, да? Две. Влажные салфетки, блеск, жидкая помада, карандаш, тень, тканевая маска.
Что-то я не вижу. Что так мелко все написано. Короче, сейчас я вам покажу, что почем. Вот, смотрите, ставьте на паузу. Можете прочитать, посмотреть. Вот, смотрите. Название, артикул. Кому это нужно? Цена. Давайте так первую половинку заскрините, если что, да, или на паузу поставите. И вот вторая половинка. Скажу честно, я когда года 3 назад, наверное, первый раз узнала про этот интернет-магазин, посмотрела на их цены, получила заказ. У меня тогда очень много всего было. Девчонки, ну вот это все на 1700. Ну, блин, тут одни консилеры, та же там палетка и так далее. Вот. Я тогда получила, думаю, ну, наверное, где-то подвох. Я до сих пор не знаю, где у них есть подвох. Сроки вы видели, только вот подстава с одной помадой, но она 69 рублей. В принципе, вот она, кстати. Она типа а-ля как тинт, видите? Короче, подставы нигде нет. Я их средствами пользуюсь, они нормальные. Я не сказала бы, что они там левые какие-то или еще что-то, упаковки, все-все стандартные. Но все получается настолько супер-мега-бюджетно. То есть, если вы хотите что-то потестировать, что-то попробовать, или просто у вас нет, там, скажем, бюджета какого-то, да? Да даже если есть бюджет, почему бы не купить? Это намного в разы дешевле. Ну, вот у меня просто, я вот купила за 49 рублей, а подруга у меня заказала на Wildberries за 189 рублей. Есть разница? Ну, я думаю, есть, да. Также палетка теней 200 рублей. Там, не знаю, подводка вообще 49 рублей. Я не знаю, в чем прикол. Может быть, они сливают какие-то остатки где-то там, распродажи. Ну, короче говоря, не знаю. Вот, салфетки я буду тестировать. А, кстати, давайте попробуем сейчас одну из салфеток. Какую? Давайте вот эту. Огурец с витамином Е. Так, вырезает сюда. Фирма Абсолют. Та-та-та-та. Сейчас посмотрим. Так. Не знаю. Так. Пахнет огурцом, кстати говоря. Ну так, отдаленно огурцом. Ну, в принципе, салфетка такая плотная. Нормально. Сейчас посмотрим. Так. Какой у нас стойкий карандаш для глаз, смотрите-ка. Так, тени быстро убежали, да? Практически. Так. Ну, помада тоже вот эта матовая, не такая прям стойкая, я бы не сказала. Я дольше бальзам для губ стираю с руки, да? В общем, у нас стойкий карандаш получается для губ, смотрите, да? Вот. И стойкий карандаш для губ. И вот очень стойкий, девочки, карандаш для глаз. Ну, нормально, я считаю, да? Вот. Кстати, я срок годности на салфетках-то и не посмотрела. Я вам этикетку нашла, показала. Так, что у нас по салфеткам? Я не знаю, что это за фирма Абсолют. Видите, Соединенные Штаты написано. Ага. Вы, наверное, видели, а я сама не видела, когда я вам показывала крупным планом. До 03.21, видите? Вот. Они, наверное, все, да, такие? Или нет? Это тоже такая же. Тоже такая же, да? То есть, получается, от фирмы Абсолют у нас помада. Карандаш нормальный, подводка нормальная. Помада и салфетки у нас до марта текущего года. Вот. Но салфетки, в принципе, фиг бы с ними. Конечно, не очень приятно, да, то, что средства до марта. Но салфетки, ладно, что-то с ними, ничего не будет до марта. Я думаю, можно использовать все это, успеть. Тем более, я не только себе брала. Вот. Ну, даже если срок закончится, можно протирать, не знаю, пыль ими, да. Лицо-то точно в феврале, край уже потом не протирать. Вот, ну, видите, эту фирму я заказала, девочки, честно говорю, да, первый раз, Абсолют, я ее раньше не видела, вообще даже в глаза.
Вот, я говорю все время в основном Катрис. Там есть нонеймы, которые мне не знакомы. Может быть, они где-то и популярны, да, в каком-то пространстве, но мне они не знакомы, и я, ну, заказываю то, что мне нравится по цвету, нравится по цене. Вот, и в принципе, ну, даже за 69 рублей, честно говоря, мне не жалко помаду. Да, мне не очень приятно, что она до марта, все остальное до 22 года, до 23 года. Ну, а тут как бы вот. Это вот, вот у нас, да, получилось вот по срокам. Вот такая история. А все остальное, я не знаю, почему так дешево продается. В чем прикол, не знаю. Кто знает, девчонки, напишите в комментариях, кто заказывает, поделитесь. Ну, какой у вас был опыт заказа. Я заказываю уже не первый год, третий год пошел, как я там заказываю, я вам уже говорила. И, в принципе, вот это вот, ну, первая подстава, первое знакомство с брендом Абсолют вот этим вот, и первая подстава сразу от них. Остальное все по срокам, все хорошо. Что Essence, что Catrice, молодцы. Catrice меня вот очень радует в этом плане. Вот такой вот у меня был заказ с сайта Beauty Home. Я надеюсь, вам он, возможно, он был вам интересен и полезен. Может быть, вы тоже сейчас сядете, нальете себе чаек, кофеек и оформите заказ. Посмотрите. Ну, потому что, девчонки, не рекламирую ни в коем случае этот сайт. Просто хочу с вами поделиться, что можно дешево заказать нормальную косметику. Ну, почему бы и нет, да? Вот. На этом я буду с вами прощаться. Буду очень рада вашим комментариям. Кто еще не подписан, подписывайтесь. Обязательно, мне будет очень приятно. Я всегда рада новым подписчикам. Рада вашим комментариям. Девочки, пишите, делитесь, присоединяйтесь ко мне в Инстаграм, потому что там я буду тестировать и делиться своим мнением, впечатлением по каждому из этих бьюти-средств. Вот. Ну и я с вами прощаюсь, желаю вам отличного настроения, удачных покупок и берегите себя. Пока-пока!